Всем привет, друзья! Только что пришел. Вот такие закупочки у нас в Озоне. Доставка бесплатная. Вообще просто бомбисимо. Ну что ж, давайте посмотрим, что же мы купили на Озонечке. Вот такая чесалка для кошки. Все китайское, как вы понимаете. Вот это я посмотрел. Вроде ничего. Ну посмотрим, какая она в действии будет. Может быть, вам покажу. Это у нас для Тимофеевны. Затем, ребятушечки, вот такие колесики. Это мне на офисное кресло. Еще пользуюсь, кстати, стареньким, но вылетают, ломаются вот такие колесики. Еще не забывайте, если у вас дома стоит офисное кресло, либо его называют еще игровой, вот здесь вот часто забиваются волосы. Нужно чистить, нужно их оттуда вытягивать. Но, ребята и девчата, ценник недорогой, всего лишь 50 рублей. 50, а то, может быть, еще найдете и за 40 где-то. Поэтому можно чистить, можно не чистить, потому что 50 рублей это 20 гривен. Это небольшие деньги, потому что раньше, до 22 года, до всех этих событий, я покупал такие подобные колесики в Эпицентре. Они тоже стоили копеечки. Поэтому вот такая вот информация, ребятушечки. Три колесика взял запасом. Мне сейчас нужно одно поменять. Но чтобы не заказывать и не ждать еще неделю-две, в кавычках, вот я заказал три. И очень-очень доволен. Затем вот такие искусственные цветы. Это не моя покупка, но захотели, заказал. Нужно горшок покупать, и оно в таком сложенном виде не очень, конечно. Но когда распрямится, то будет получше. И вот такой, ребятушечки, коврик, наверное. Сейчас я его вытащу и вам покажу. Ну вот такой вот он, ребятки. Такой длинненький, большой. Конечно, качество не очень, но в принципе, если аккуратно пользоваться, не засирать подножки, можно постелить его. Как раз вообще просто великолепно. Вот такая подложка, может быть, вам нужно будет. По-моему, я его забрал последний уже на Озоне был. И стоит, ребята, копейки 600 с чем-то рублей. Там с копеечкой буквально. Вообще просто копейки. Посмотрите, вот такой-то у нас длинный. Вообще. Ну, ребятки, вот такие закупочки вам показал. Такие ролики людям заходят на ютубчике. Так что, были еще закупки, но я не снимал. Может быть, вам в следующем видео покажу. Всем удачи!